1 декабря в пятницу в 16 часов 30 минут на канале «Россия» в прямом эфире обсуждаем актуальные вопросы экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. На вопросы телезрителей будут отвечать министр строительства и ЖКХ Карачаева-Черкесии Ринат Русланович Семенов и руководитель Министерства природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской республики Диана Салыховна Качкарова. Звоните нам по телефонам горячей линии 220036, 220673 или 220248 и задавайте свои вопросы.